Всем привет! С вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого медальона. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина 4 цветов, игла, скальпель, скотч, ну и сама основа медальона. Разминаем нежно-розовую полимерную глину и катаем шарик. Теперь этим шариком заполняем основу. Для того, чтобы основа не ездила по рабочей поверхности и было удобнее работать, приклеиваем ее на скотч. Светло-коричневый оттенок мы получили, смешав белую и шоколадную полимерную глину. Из шоколадной катаем тонкие нити и начинаем укладывать завитушки. Из светло-коричневой и белой катаем очень маленькие шарики, а из шоколадной делаем листочки. Все укладываем на поверхность, украшая наш узор. Когда все уложено, прижимаем иголочкой. Из белой полимерной глины катаем тонкие нити
Ими будем разбавлять наш узор. Иголочкой делаем дырочки и отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.